В этом году одна из старейших благотворительных организаций России «Красный Крест» отмечает свое 155-летие. Указ о его создании в 1867 году подписал император Александр II. Для подмосковного отделения год также юбилейный. Новая выставка в Видновском сквере «Юность» под названием «Красный Крест в лицах» рассказывает о деятельности организации в регионе. Это организация, которая помогает всем и раненым, да, в первую очередь, если это конфликты какие-то или войны. И малообеспеченным семьям, многодетным, адресную помощь оказывают, инвалидам. Это прежде всего донорское движение. На 48 фотографиях запечатлены будни сотрудников и волонтеров Красного Креста. Первый стенд знакомит с руководителями местных отделений, второй повествует о донорском движении. Вот у нас доноры в погонах. Это вот последнее время. У нас сотрудники ГИБДД начали сдавать кровь. На этой фотографии у нас Гаджур Мурат Магомедович получает донорскую книжку. Третий стенд посвящен просветительской работе сотрудников и волонтеров. Детей и подростков учат оказывать первую помощь. Для молодежи организуют лекции о пользе донорства крови и костного мозга. 20 апреля 2022 года правительство приняло закон о создании регистра доноров костного мозга, потому что выхода за границу у нас нет, и нам как бы создавать свой регистр нужен. Четвертый стенд экспозиции рассказывает о многочисленных благотворительных акциях помощи инвалидам, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от стихийных бедствий, беженцам. Красный Крест активно сотрудничает с общественными организациями. У нас есть совместно реализованные программы по оказанию помощи людям в трудной жизненной ситуации, по оказанию первой помощи, потому что мы проводили уроки оказания первой помощи для членов нашей организации. Мы сотрудничаем в плане проведения совместных мероприятий. Очень правильно, когда хорошие дела, ту работу, которая, знаете, теневой остается, да, в нашей жизнедеятельности, все-таки показывают людям вот в виде таких вот прекрасных выставок, для того, чтобы все желающие могли ознакомиться, что сделано, как сделано, какой сумасшедший объем людьми выполняется. Это правильно. С экспозицией можно познакомиться до конца ноября. Спешите видеть. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.